Окей, добрый день. Сегодня мы представляем тренажер для рафтинга, специализированный тренажер для рафтинга от компании Rafting Powerline. Он собран на базе надувных конструкций, полностью имитирующих посадку на рафте, и специальные машины, которые регулируют нагрузку, давление и полностью имитируют все усилия гребца, сидящего на рафте. Сейчас мы покажем, как это делается. Так, для начала по поводу посадки. Машина спроектирована, тренажер спроектирован таким образом, что он полностью повторяет, как я уже говорил, посадку на рафте. Расстояние от верхней части баллона до дна ровно копия спортивного рафта, на которых участвуют спортсмены в официальных соревнованиях World Rafting Federation. Диаметр баллона также соответствует всем стандартам рафтинга. Дальше. Тренажер выпускается в нескольких модификациях. Первое, как мы сейчас видим, это под правого гребца. Возможно, установка баллона с левой стороны платформы, это у нас будет он для левого гребца. И также, возможно, доступна комплектация, когда стоит на платформе два баллона и одновременно два гребца имеют возможность тренироваться. Компьютером оснащен наш тренажер и показывает практически все необходимые данные, которые нужны спортсмену во время тренировки. Это расстояние, которое проплыл, виртуальное расстояние, которое проплыл спортсмен, общее время тренировки, количество грибков, усилие каждого грибка. Все это регулируется как с компьютера, так и вручную с нашей машинки. Сборка финальная всей конструкции происходит в Италии. И он соответствует всем стандартам и требованиям, необходимым для использования в Евросоюзе. Дальше мы покажем, как он работает в действии. Очень мягкий, плавный грибок с полной имитацией гребли на рафте. Баллон имеет специальную накладку, очень похожую на накладку на рафте, которая одновременно защищает его от трения трубы, а также стабилизирует направление движения весла. Работают все мышцы, необходимые для гребли на рафте. Мышцы спины, рук и пресса при небольшом развороте. Наше виртуальное весло имеет карбоновый шафт, очень легкое. Возможно, очень быстро его отстегивание от тренажера при транспортировке. Быстрое соединение. Полный вес нашей конструкции вместе с упаковкой это 15 килограмм. И размеры 80 сантиметров, 20 на 30. Время полной сборки, от распаковки, упаковки до начала эксплуатации 2-3 минуты. В комплект входит электрическая помпа, которая за минуту накачивает главный основной баллон и надувное дно. И ручной насос, который доводит давление до нужного рабочего, как требуется практически в рафте. Цена данного комплекта на данный момент варьируется от комплектации. Это от, если одна машинка или это две машинки, один компьютер или два компьютера. Стартовая цена базового комплекта 1800 евро. И она может меняться до 2500 евро в зависимости от комплектации. Все, Люк?